Каждое отделение института подготовило собственную интерактивную площадку, так что всем участникам мероприятия удалось найти занятия по душе. Так ребята, заинтересованные в экономике, смогли сыграть в модернизированную версию «Монополии». На отделении иностранных языков любой желающий мог пройти экспресс-курс по китайской каллиграфии, а на площадках с филологическим уклоном гости решали головоломки и играли в интеллектуальные игры. Также по традиции в этот день для посещения были открыты все учебные лаборатории и музеи института. Поступать у нас собираются на технологический факультет, на педагогику психологии и на экономику. Вот то, что мы сегодня приехали, вообще удивились вот с этим вот, с такой высокой вот организацией вот этого мероприятия. Все заинтересованы, и в каждом в игре мы 20-30 минут точно. Но все успеем посмотреть, нет. Я не знаю, но нам очень здорово нравится. Мне очень понравилось, что сами студенты, которые обучаются в этом институте, ведут нам лекцию, обо всем рассказывают. То есть они рассказывают о своих впечатлениях, как здесь обучаться. Это очень увлекательно. Во второй части мероприятия состоялась встреча будущих выпускников школ с директором Елабужского института КФУ Еленой Мирзон, а также ответственным секретарем приемной комиссии Олесей Ошкиной. В ходе беседы ребята и их родители узнали о том, что в 2023 году абитуриентов Елабужского института будут ожидать более 500 бюджетных мест на такие направления, как педагогическое образование, прикладная информатика, экономика, юриспруденция, лингвистика, технологии транспортных процессов, психолога, педагогическое образование, а также в этом году будут впервые приниматься документы на направление мехатроника и робототехника. До 1918 года он назывался именно так, а потом был переименован в Казанский государственный университет. А в 2010 году, когда началась реформа высшего образования, на базе Казанского государственного университета был образован Казанский федеральный университет, главный вуз в Приволжском федеральном округе и один из 10 федеральных университетов, которые были созданы указом премьер-министра Российской Федерации. В завершение дня открытых дверей ребята приняли участие в командной игре, в которой смоделировали образ идеального сотрудника приемной комиссии, которого они хотели бы встретить летом во время поступления. Напомним, что приемная кампания по традиции стартует 20 июня. Карина Саяхова, медиацентр Елабужского института КФУ, Универньюз.